Располагайтесь поудобнее, сейчас мы расскажем дату выхода очередной серии сериала. Егис собирается помирить Синана и Хазан. Егис из-за давления Синана остался раздавленным под тяжестью своих чувств. Он решает, отложив в сторону свое сердце, помирить Синана и Хазан. Однако не так просто это сделать. Особенно после того, как с каждым днем пропасть между Хазан и Синаном все больше расширяется. Эдже, ставшая свидетельницей разговора между братьями, пытается выяснить, что происходит между Хазан и Игазом. А Фазилет, пытаясь доказать свою невиновность, начинает следить за Ясимин. Хазан, под действием лекарства, которое дает ему Ясимин, делает то, что ему совсем не свойственно. А посмотреть 24-ю серию сериала «Невеста из Стамбула» можно будет после 26 ноября. Всем удачи и пока!